Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей, Центральный Округ. У них здесь Кирилл Подбулове. Не забывайте увидеть по ним по регистрации. Также можете увидеть мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет у нас админ будни. Интересная нарезочка. Советую всем ее посмотреть. Но были небольшие технические неполадки. Получается, у меня полетел бандикам. Я никаким образом не могу его сделать. Поэтому мне приходится снимать через другую программу. Но другая программа, она не может как бы выбрать мое разрешение. Поэтому видео будет увеличено в виде на протяжении всего ролика. Я извиняюсь. Постараюсь в ближайшем времени решить эту проблему. Просто я уже 2 дня ебусь с этим бандикамом, и у меня ничего не получается. Через GeForce Experience тоже пробую. Как бы снимает хорошо все, но разрешение то, что нужно. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Он за приступиком бежит. Бля, надо было на скутер, братан, прыгать. Артём, это, случайно, не читер, ебать? Откуда он вообще появился? Видели? По-моему, это читак или нет? Или мне показалось? Сейчас он на скутере хочет везти? Серьезно? Братан, ты серьезно? Ты хочешь на скутере его отвезти в полицейский участок? Ну такое, бля. Сейчас буду на скутере ловить преступников. Бля, что он вообще делает? Может, он как бы встанет, его дубинкой хуянет. Либо еще что-то сделает. Он тупо ездит за ним просто, знаете, ну, на скутере. Я спрыгнул. Он с него наручники снял или нет? У него наручники отпали, прикиньте. Нормально, и съебался тупо. А ну давайте посмотрим, что они делать будут. Мне реально интересно даже стало. А ну, малыш, давай, хуяк. И наебнулся. Молодец, красавчик. Молодец. Так, а где он? Он поплыл. Ну все, братан, тебе пизда, ты тут не проедешь. Только зря скутер брал. Я вообще не знаю, на родине можно типа самому преступника ловить или нет? Просто как по мне, это как-то на НРП. Одному ловить преступников. Ебать, мусора тупо с машины выкидывают. Я вот этого не понимаю. Нарушаем. Они просто взяли, остановили его и из машины выкинули. Это нормально? Типа, ну, нахера они из машины его выкидывают? Как бы никакой отыгровки даже нету. Как они машину открыли? Это пиздец. Бля, он даже писать не умеет, братан, блядь. Давайте я это пехну сейчас с ними по базарю. Пацаны, я вот не понимаю, что вы делаете? Как вы двери открыли в машине, если она была закрыта? Ну, где отыгровка? Я не понимаю. Почему вы неграмотно пишете? Вас кто вообще, блядь, принимал во фракцию? Вы вообще писать умеете? Вы пишете с ошибками, бля. У вас в одном тексте, блин, 3 ошибки. Вы просто взяли человека, выкинули из машины вообще без какой-либо причины. Вы даже ему не объяснили сначала причину остановки, а просто выкинули из машины и все. Идите дальше работайте, хотя бы писать для начала научитесь грамотно, а потом уже людей останавливайте. Кирилл, я же написал откат, блин. Ты даже написал сядьте машину, ты даже написал машину, понимаешь? Ну реально, ну стыдно за вас, пацаны. Отпускайте его и дальше патрулируйте. Ну серьезно, типа, блин, вы его тупо с тачки выкинули и вообще ничего не сказали. Короче, сижу я такой, в репорт пишет чувак. Тут банкомат, короче, в стене. Ему надо сдать работу. Давайте его слапну. Так, 43-й, хоп. И себя тоже. Я его, короче, в стенку телепортировал. Благодарствую. Пиздец, кто тут решил банкомат поставить? Чекайте, ебать. Тупо банкомат, нахуй, в этом, блять, в здании просто находится. А он работает на инкассаторе. И как ему теперь туда добраться? Ну, с помощью меня он это сделал, в принципе. Викусик, что ты нам расскажешь? На, нахуй. На, нахуй просто. Это ее мусора останавливают или что? Я не понимаю, что за прикол. А где отыгровочка? Где вообще хоть что-то есть тут? Мне вот интересно. Сейчас зайду в офис или что? Здравия желаю, вышли из машины. Интересно, что-то сегодня не мусора, блин, на меня натыкаются. Точнее, я на них натыкаюсь. Достал средний, показал человеку напротив. Они машину теперь новую должны. Ебать, как она протиранила? Как она протиранила, блядь, джип, я не понимаю. Ага, я понял, на воду хочет прыгнуть. Понимаю. Понимаю, блядь. Нормально, нормально. Мама, блядь, я с тем мудом, мама. 125, 30... Музыка. Хотя ладно, не будем давать мут, в принципе, похуй. Как бы она сама в воде здесь. Так, а ну что они будут делать вообще? В воде наручники одевать или нет? Мне кажется, здесь будут в воде наручники одевать. По-любому. Братан, ну ты точно сейчас мут получишь. Так, мут даем сразу. А там уже посмотрим. ЖБ. А что такое ЖБ, братан? За это можно и мут получить, как бы. Сейчас, скорее всего, это Вика Офница из игры. Я что так думаю. Мусора тупо за ней плавают. ФСБшники. Нормально, чё. Там пацан тупо стоит, чекайте. Вон он. Стоит тупо, ебать. Похуй вообще. Давайте ее просто мусорам сдам.
Я думаю, так будет интересно. Так, только как-то мне надо сейчас... Сейчас я бы сам ты пэхну ее. 125 ID, да, получается? 125 ID. Сейчас я ее тпхну, блин. 125 ID. Сейчас она у меня поплавает. Сейчас я ее тпхну, заморожу, короче, и пусть ее садят. Вот и все. Сейчас, короче, посмотрим. 125 ID, да? Сейчас мы с ней разберемся. Сейчас будет интересно, да? Так, Jet Harris 125. Опа, малышка попалась. Куда мы убегаем? Куда? А ты знаешь, что так делать нельзя? В воду как бы убегать. Это на НРП. Это 60 минут Демаргана. Тебя садить в Демарган? Глушить и посадить, пожалуйста, потом деморган. Я хочу для чего. Да, давай. Да можешь таймить, можешь жалобу писать. Ну как бы нельзя в воду прыгать. Это нон-РП. Все, короче, погнали. Ну типа в деморган ее посади, знаете, такое себе было бы. А вот пусть в тюрьме посидит, подумает. Я думаю, было бы и поинтереснее. Тут, короче, жалоба на вот этого человека поступила, то, что он дэмит ЗЗ. А ну, давайте посмотрим, что он будет делать. Бля, вот этот рекон, конечно, когда вот так вот происходит, меня это бесит. Ага, ты меня бьешь, давай, быдло. Давай. Что ты меня бьешь так неприлично? Давай, честь отстань. Давай. Давай. Ай, больно, 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 больно. Больно, больно, больно. Нет, не знаю, давай. Чё ты, быдло? Быдло тут только, тут ты. Это ты, да? Ты первый начал меня... Ну, братан, ты сам виноват. Я мог бы ему за ЗЗ дать, но я посадил его просто в КПЗ. Я мог бы ему на 120 минут дать за ДМДЗ, но давайте немножко его пожалеем, потому что мы не знаем всей ситуации. Ох ты какой дядя, ты шо? Молодец, красавчик, блядь. Красавелла, та ты шо, я тебя уважаю, бля. Мое почтение, Демохан, 120 минут. Так, 12, 120, ДМЗЗ. Отдыхай, братан, просто. Отдыхай. Просто отдохни, посиди, ебать. Потому что нехуй дэмить. Вот зачем? Чувак тупо стоял, он взял его убил. Без какой-либо причины.